Приветствую вас на канале Манина пекарня. И сегодня из самых простых продуктов мы создадим маленький праздник. В первую очередь прокрутите мясо любое или возьмите покупной фарш. Я пропустила бедро индейки и одну луковицу. Добавим сюда соль, черный перец. Я добавляю хмели сунели и молотый кориандр. Кориандр как нельзя лучше сочетается с шампиньонами. Все хорошо перемешайте. Шампиньоны нам понадобятся самые большие, которые подходят для фарширования. Помойте их и просто удалите ножку. Ножки оставляем, они нам пригодятся. Теперь каждый гриб плотно фаршируем мясом. Можете даже выходить за границы отверстия в шляпке, чтобы грибочек был как бы с припеком. Шампиньоны подготовлены. Форму для запекания застелите фольгой. И на дно в один слой выложите очищенный картофель, желательно маленького размера. Картофелины покрупнее разрежьте напополам. Добавьте соль и черный перец. Грибы с фаршем насаживаем на большие шпажки вот таким образом. Мы будем запекать их поверх картофеля, и в картофель будет стекать грибной сок и мясной в том числе. Получится очень вкусно. Возьмите пару столовых ложек сметаны или майонеза. Добавьте черный перец и соль по вкусу. При помощи кисточки смажьте грибы майонезом, солью и перцем со всех сторон. Отправляем в духовку для запекания при температуре 200-220 градусов и лучше в режиме конвекции. У нас с вами остались грибные ножки. Натрите их на крупной терке или измельчите ножом и обжарьте на растительном масле. Одну среднюю или две небольшие репчатые луковицы нарежьте очень мелкой крошкой. И присоедините обжариваться к грибам после того, как из грибов выпарится вся жидкость. Обжариваем до готовности и лук, и грибы. Добавляем сметану и все перемешиваем. Черный перец, соль по вкусу, можно добавить зубчик чеснока, зелень, и у нас с вами готов самый вкусный соус для картофеля, который можно просто так есть ложками. Через час грибы с мясом и картофель готовы. Посмотрите, картофель просто плавает в мясном и грибном соку. И не забывайте, что у нас есть вкусный соус для картофеля. Ставьте лайки, делитесь ссылкой. До новых встреч, друзья. Всего доброго!